Сигнализация отечественного производителя Гюрза. Сейчас включаем. Вот датчик нормально замкнутый, одна зона. Срабатывает либо при движении кабеля вибро, либо при открытии крышечки. Вот крышечку открываем. Сейчас. Опа. Сигналка ушла в тревогу у нас, соответственно. Сигнализация имеет двадцать ступеней регулировки чувствительности, 10, и переключается на другую десятку. Сейчас на данный момент сигналка находится в тревоге, потому что крышка открыта. Один датчик подключен к виброкабелю. Сейчас мы крышечку закрываем. Соответственно, тревога снята. Вот тревога снялась. Сейчас будем показывать уже непосредственно, как работает, чисто на индикации, чтобы было видно. То есть вот сейчас как бы тревога идет, но пока конкретно сигнала с кабеля нету. Вот он, виброкабель у нас. Так вот он с оконечным устройством так вот привязан здесь. То есть берем, смотрим. Значит, вот так вот. Не знаю, видно будет, да, рукой, наверное, вот мы держим. Так раз, так. Опа, и кабель увидел. А я тихонечко дотронулся. Сейчас мы бочком его положим. Будет видать лучше. Наверное. Ну вот. Ну вот, например, вот так вот. То есть это вот у нас удар был. Сейчас теперь мы просто тихонечко. И вот уже видите, то есть я чуть касаюсь. То есть ну так вот можно смотреть. То есть вот он. То есть, соответственно, кабель там, грубо говоря, закрепляется к забору, там еще к чему-то. Ну, давайте вот так вот попробуем еще раз. Вот я чуть на конструкцию нажал. То есть я даже не кабель. Так вот даже видно, наверное, будет. То есть вот. Я изменил жесткость. И вот в этих узлах изменилась жесткость кабеля. И, соответственно, произошла тревога. То есть, а так, по сути, в принципе, вот можно шкаф трясти. Сигнализация не срабатывает. Стоит только уже изменить жесткость конструкции, и все, все сработало. Сейчас закроем крышечку. То есть вот он сейчас выйдет у нас с тревоги. Не знаю, сейчас может быть так же вот. То есть вот реально ее работа. Наверное, плохо видать будет. Без лампочки. То есть вот чуть мы изменяем конструкцию. И все, датчик сработал. Будем крепить на заборе большой длины. То есть применять можно в разных местах, можно наступать. То есть вот, например, видите, да, там 21. Вот сейчас я вот так вот я. И он уже сработал. Вот сейчас он перешел у нас опять. То есть сейчас берем вот так вот. И опять сработало. Крышку поднимаю. Я не знаю, видно там, нет? Видно. Вот даже на поднятие крышки он сработал. То есть, в принципе, можно подкладывать кабель под ламинат. И, соответственно, хрена кто пройдет незаметно. Никакие датчики движения не нужны.